Подобный конкурс ежегодно проходит в разных городах страны. В 2019-м это уже седьмые соревнования. Для участия необходимы тракторные права категории С и незаурядное мастерство. Как следует обращаться с этой техникой в Белгороде умеют. Компания «Росбизнесавто» в нашем регионе представлена с 2011 года. Продаем данные погрузчики тоже с 2011 года. Используют его дорожно-строительные компании, карьеры. Удобство и эффективность техники отмечают ее операторы, участники конкурса. Я вырыл под 4 дома многоэтажных. Именно им этим погрузят 4 котлована. Глубиной в среднем где-то 1,80 м. Длиной 100 метров, шириной 25. Все удивлялись. Обычно экскаватор роет большой. Зарегистрировалось 24 участника. Погрузчик, на котором они выполняют конкурсные задания, это самая ходовая модель. Грузоподъемность более 3 тонн, объем ковша 2 куба. Первый конкурс называется «Маневренность». Задача оператора – проехать змейку через конусы. Второй называется «Разгрузка». Задача оператора – перекинуть мячик через перекладину, не уронив ее. И третий называется «Точность». Задача оператора – сбить кубики с пеньков, при этом не уронив пенек. Ковшом, естественно, он это будет делать. Победителей выявили по наименьшему времени, затраченному на все три задания. Лидерам не только медали и грамоты, но и подарок – новые гаджеты. А для первого места еще и поездка в Китай на производство SDLG. Сергей Шрамко, Евгений Кротов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.